Че, может без Руби пока начнем? Разыграемся. Сейчас уже могли бы давно это сделать. А то он что-то вообще там пока тупит. Я просто сегодня день такой. Че, мне играть с современным или классическим думером? Лучше современный, на классике возможно глюки. Ага. Твою мать. Да, типа, что ты сделал? Так, тихо, не стреляем, не стреляем, не стреляем. Так как можно всех это. Так, пошла. Ты такой смешной, когда плоский. Кого? Автоматы. Автоматы нужны. Хватай. А. Могу был. Ой. Нажимаем кнопку. Кого? Мать его, ёб. А если без этого? Ключик. А, как дальше куда и зачем? Что это хрень? Что это? Это типа насос. Да? Здесь его. Сос. Какого хуя? Мы сделали это. Ура, первый уровень пройден. Твою мать. Какая сложность, кстати? Я что-то как-то. А если просто за дроном запустить? Окей. Ты дробовик нашел? А, вон они. Это ты, конечно, зря попытался сделать. Убить их? Нет, стрелять через меня. Да нет, я пытался убить их. Ну, как-то у тебя не очень аккуратно получилось. Да, я заметил. Ладно, зато теперь все мое. Все мое. Так, иди сюда. Слушайте. Нет, это плохая идея была. Что только что произошло? Это нормально, что Brutal Doom встроен в Зондрон? Нет. Ну, а у тебя как в какой сказать? Папке этот Вадик Brutal лежит? Вадик. Не, ну я понимаю, что он типа в папке задронул, но там же есть, может быть, он может и его в папку так называемую скинс засунул. Его в скинс? Нет, не засунул. Закинуть Brutal в скинс? Что ты за извращенец такой? Да не, просто папка скинс, она используется я в курсе. Дума для автоматической загрузки ванны. Я в курсе. Это я уже тоже в курсе. Но они загружают, ну, ВАДы она загружает только независимые. То есть, например, как у меня набор прицелов или шкурок. Знаешь, я тебе так скажу. Для Брутала это тоже. Я только сейчас заметил, что я его туда засунул. Skill is free. Слушай, скилл маловат. На пятерку выставить хотя бы. То Руби has connected. Yeah. Наконец-то! Ура. Победа! А почему, почему два дробовика нельзя? Потому что это имба. Пошли не нахрен. Два дробовика. Это было бы интересно. Ну шо? Не, я бы не отказался от того, чтобы бутли все оружие можно было бы двойное. Две ракетницы. Две БФГ. Это запилы. Представляешь, что это такое? Опоздал. Ну, я хочу вырвать ему глаз. Блюдо. У тебя нету берсерка, и ты не успел во время его анимации конвульсии отключить. Go fuck yourself!
А, окей, спасибо. Ау! Так Веном. Ау! Так Веном. А! А чего ты боишься? Я вообще такие места ближним боем прохожу. Слушай, чувак, кто бы у меня этот берсеркер? Вот так. Эй! Подожди. Ладно. Буду, мать твою. Ну шо? Блин. Я так надеялся. О, слушайте, тут есть пацаны. Что ты сделал? Я прошелся. Аптечки там мне, не? Где желтый ключ? Ура, лейтенант! Нахуй. Кому-нибудь дровик нужен? Пулемет. Лучше кто-нибудь из вас заберите, у меня этот дробовик, у меня уже есть. Ну ладно. Воу! Ой. Есть, я его убил. У меня руна. По-моему, пулемет нужен. Ой. Поздно. Ну, черт, меня растекирателя как раз. Это была, наверное, плохая идея. Руби, хватай аптечку, что ли. Забей. Тебе не... А, нет, нет, это мне аптечка нужна. Йоп! Что случилось? Меня Робби пробасал. Извини. Это... я вижу себя. Понял. Интересно, а вот у этих маленьких паучков, они, у них тоже типа прострел между ног и теперь? Получается. Может быть. Что сидит? Ой. Ой. Чё? Бери аптечку. Я уже нажал кнопку. Ты же нахрен я смелфи. Сам ты смелфи. Сам ты селфи. Ублюдок. Кстати, сержант еще же хотел устроить этот ват. Что? Сержант еще хотел встроить опцию селфи в этом. Прямо. Слушай! На тебе под жопу, ублюдок. А два ревенанта мочить. Подожди, там что-то открылось. Это неплохо. А, это выход уже. Так. Не сделал это. Блять, что за карты такие? Маленький. И будет как это многоэтажник, да? А-а-а! Можно провалиться. Шут. Ну блин. И будет как многоэтажник, да? Кому бронька нужна? Помнишь, как вергашник? Да, это так и будет. Кстати, рыцарь тоже панель. Ищи, не убудок. А, блядь! Куда я попал? А, что за хрень? Клан, чек фар, мишен, пакетс, миссин пакетс. Потеряли больше 1024 пакетов. Не понял. Потеряк пакетов. Жестоко. Попробую соединиться. Опять начну. Только мне сейчас придется дожидаться своей очереди, пока ты сдохнешь. Пока вы оба сдохнете. Опять потеря пакета. Боже, что вы натворили? Нормально.
Ладно, иди, чувак, сюда. Я умер. Как? Нет, точнее, я не умер. За желтой дверью, кстати, лейбинам будет. Я не понял, где сейчас роль. А как мне отсюда выбраться? Откуда? Нет, да ладно, я сюда запрыгну. Может, тебе надо стрельнуть в бочки? Попробуй. Опять у меня больше куча пакетов потеряно. Окей. Я тоже. Я сорвал бочку. Согласись, неплохо. Неплохое начало. Так, окей. Так я говорю, по яйцам. Ублюдки. Чё, вас не будет? Пока нас... Мы не успели присоединиться. А. Эй. А, вот. Так, чё, мне... Ну, как-то короткая, так что, думаю, ты её быстро сейчас пойдёт. Ага, и самое главное, без вас. Ну, да. Блин, маленький. Реально, такая чувство, как... В конце может быть арч. Нормально. Реально такое чувство, как будто в конце будет как в этом, помнишь, многоэтажника? А, как и Пу. Пу, да, Гера. Когда мы там с Инхейлером были еще. В РГХ. Помнишь? Твою мать. А, это когда мы там, значит, там про трёх героев смотрели? Не знаю, про кого назвался, но мы там этот коп играли и с 99 жизнями. И мы почти все просрали. Пошёл нахрен. Да. Да. Радостным голосом. Знаешь, я бы не сказал, что это... Ну, я, к сожалению, сейчас сам в ад не помню, но сам в случае, это, конечно, да. Короче, может быть, это такое. По-моему, это как раз мы проходили это. Я все пакеты, походу, просрал. Каталоро, а Ниц-то шот. Я нашел кнопку и сервер выкинул. Блин, пиздец. Так, окей. На что-нибудь более приличное. Ну, у меня там вроде еще есть, не важно. Если что, я уже пересоздал все же. А, слышу. Ауч. Что? Блядь. Не нажимай кнопку, я тебя очень прошу. Не нажимай пока что. Кому? Кому сверху? Отбери. Пошел ты. Дробовик. Поздно. О, дробовик. Дайте мне дробовик. Я хочу дробовик. Я хочу дробовик. Я не хотел не жить. Так, ладно. А я в кишках. Нажимай. Мы прикроем. Может быть. Что это за хрень? А, понял. Как? Ну вы даёте. Я не знал, честно. Знаешь, теперь не забудь об этом, окей? Хорошо. У меня точно такая реакция была, когда у меня это случилось. Я что-то не знал. Недавно. Руна! Не лезь под мои выстрелы. А ты не лезь под мои кулаки. А тебя жирно убило. Я хотел подойти врезать ему с кулака. Они быстро убивают. Агрессивный жирный. Угу. А эту дверь можно открыть? По-моему, нет. Я просрал. Все. Окей, сейчас. Ладно, есть у меня вариант один. Ха, у меня шампел. Тоже выход. Короче, кто-то будет держать.
Сэп, нахуй! Кровавое месиво. Да ладно тебе. Кому с первым? Свалите наверх. На верхней позиции. Будем меня прикрывать. Лучше вас не прикрывать. Слушайте, кто-то будет держать выход. Хорошо. Не, давайте лучше я в бой пойду. Давай. Я с этим попроще выходу. А, блядь! Не там держит. Не там держали. Никаких проблем. Вообще никаких проблем. Чё, уже? Ау! Меня вообще такая карта выкинула. Что за карта? Ай-яй-яй-яй-яй. Это не хорошо. А, блядь! Жить, жить. Все трупы. Кто бочку взорвал? Ты как-то быстро пробежал. Мать твою. Не, я просто... Это ж надо. Я быстро бегаю вообще-то. Я просто быстро смотрю, ты там бегаешь. Ладно. Ел. Я мог знать, что ты пробежишь. Ты мог тут положить. Как? Тебя не видел. Ой, всё. Причём... Я ноготь сломала. Слушай, ты ещё так в прыжке взорвался. Меня кинуло, я не знаю, куда. Справа сержант. Это кому? Я тому, что с винтовкой. Так, у меня тоже винтовка. Ты мертвый. Так, патроны кто? Не проще ли было ему подойти и свернуть шею? Проще. Я не подумал об этом. Слушай, эти не знают про купашку играть. Половина карт, походу, вообще рукопашно только и зачищается. У меня такое подозрение, будто бы здесь все монстры в одну сторону развернуты. Да? Да. Ну так, блин, лень, понимаешь, там разворачивать каждого монстра. Что ты натворил? Что? О, Арчфайл, Арчфайл. Отлично. Чтоб запинывали его. Он к кулакам очень чувствителен. Особенно если этих кулаков много. О, вот таких вот кулаков он точно не выживет. Роби, тебе надо берсерка? Тик-тик-тик-тик-тик. Супер. Супер каток. Накачался стероидами и вышел с уровня. Марина Рей Старкрафта. Что вы делаете? Нам не туда. Я знаю. Ультрамариновка. Тут я понимаю, StarCraft. Тут патроны. Надо? Нет, не надо, у меня нет патронов. Так, я вниз, я вниз, я вниз. Жаль. Эти кнопку. Портал. Не! Прыгать! Ребят, я... Твою мать, нет, я зачищу. Я не буду. Или прыгну. Вы прыгайте. Да, можно. Да, это все
какая-то. Снем? Ой, я вон! А, ну, тоже есть. Ладно. Хорошо, я так подставился. Винтовка нужна? Да не. Забираем все, я не жадный. Так, сосредоточимся. С обеих сторон по комнате стань. Ай, как? Подстава. Я подозревал. Извини. Гобби! Это было как... Это было внезапно. В стиле. Кого-то... Кстати, мои фраги нужно воровать. И меня мертвым делать. Так, кстати, сфера. Там сфера, я говорю, снизу. Где сфера? У тебя вот здесь лифт открывается, давай сверху. Все. Что случилось? Где ты? Понял. Там просто к тему сразу стало. Там что-то происходит. Там этот, Манкубус. Он что-то с кем-то. Он веселится. А, он сам себя? Нет, ну, он просто, он просто думал, что там сражен. В общем, подойди, сверни ему шею, вырви ему шею. Да, кстати. А хотя нет, жирно не сворачивается. Все, все, он уже не бьет, он к тебе идет. Он прям убил. Вы жирный он. А, блядь! Он заблокировал тебе проход. Все, отходит, отошел. Стреляй. Нет! Все, он труп. Ну хватай все, что есть. Yeah. Да ты неинтересный. Первобытная сила. Главное, что дробовик. Куда? Куда-нибудь. А, кстати, что мы здесь забирали? Что мы здесь забыли? Ну, значит, открылись вот эти ворота. Вот ну эти и... Пентаграммы. Но вот куда... О, портал. А, ну портал. Да, только один стоит. Еще портал. Ахуй. Ты что, почему там? Пушки, не перелетай. Не значит, ты труп. Ага, и там как раз выход уже с уровня. Тебя отделяют только через пик. А. Черепки немного умные, GPS-навигации. Тот портал ведет наружу. О, он иначе что заработал. Сообразил. О, ракетница. О, ой, зато. Уйдите их от меня. А, они... блядь, я не съедал, блядь. Пошли вы в жопу. Ну вот, меня убили. Я прожил дольше всех. Нет, здесь вообще нет баланса никакого. Только 10-я карта. Давайте лучше не нажимать кнопку. А, давайте сначала всех вынесем. Что ты сделал? Кстати, очень резко реагируешь на то, что ты им факу показываешь. Как кибердемон? Начинают на тебя набегать. То есть игнорируют другие цели. Ну, кибердемон тоже хорошо реагирует на все это. Так нет, вообще все реагируют на факу таким вот образом. Там еще один. Забей. А, он уже умер. Ему открывай, все нормально. Тут ракеты. Там двери. Там на другой стороне. Вей. А, точно, граната. Что-то вы рисковые. Ты вообще псих.
Ты вообще Робби. Это как что понял? О, я огнеметную кубу все подобрал. А, блядь! Кака! Кому броня? Как? Где кака? Дай каку. Я хочу каку. Мы ее уже убили. Где броня? Кто кому броня? Сваливай оттуда. Он наверху. Сейчас ее не... Снял. Фига себе у меня оргия. У нас еще там. Роберт, не подходи. Ты мог там? Уже все. Давай охренели. Просто что хотел. Даже не в ад даже. Ну, блин, фатик Америка. Сраные американцы. А, это не нажимается. Не положено. Я на уже нажал. Я о, на уже. Небо. Где? Кстати, откуда музыка? Все, Race of the Trail. О, Хели, здорово. Здорово. Привет, Хели. Хели. О, тут прикольно. На карнизе. Робби, хватит смотреть в окно. Косяк дизайна. Ну ладно. Оставим на совесть Майпера. Жми кнопку, говорю. И это еще не конец? Да. Блядь. Конец. Потом заглушит. Ну, как конец? Вот это вот конец. Да. А что за классы? Короче, бери его. Мы прошли последний уровень. Опа. Я уже классик взял. Инхедер, была плохая идея про классический класс. Да мне откуда было знать? Я твой пистолет взял. Так, а почему не перезаряжается? А потому что классик это игра класс, с классическим оружием. Да. Свинство. Че это было? Блин. Он так медленно поднимается, опускается. А тебя не могли бы вы немного убить себя? Нет. Без проблем. Робби, не мог бы ты убить остальных и потом себя, а то. А, завтра. Робби, а ты не хочешь умереть сам? Спасибо. Козёль. А ты чё? Предатель. Имперский ублюдок. Камон, иди на свою верную смерть. Да, напиши в консоли kill. О, все, ты уже отсюда не лезешь. Вот теперь точно kill. Консоль kill. Mission failed. Procross. Так. Да, окей, тут, к сожалению, только одна точка этого. А, блядь! А, я никого не замочил. Ты нет, пока нет. Блин! Тринадцать. Тебе еще рано кого-либо убивать. Я про своих. Извини. Ура, Робби умер. Это не... Это... Я это он меня убил. А, Робби убил Инхелера, еще лучше. Не мог бы ты убить остальных снова. Эй, ублюдок. Федеральный ублюдок! Ну, федеральный. Федералистическая сучка. Предатель. Знаешь, что с двух кубов так... Да, точно, предатель Родины, расстрелять нахрен.
Нас подставили. По яйцам его, по яйцам. Возьми его за яйца. Да! Меня взял за яйца. Да! Он отомстил за нас. Блядь. Ох, пиксельный ошмёт. Так? Ёлки! Так, окей. А если тоже нажать, то опять меня не видно. Ах, да, это же не Сперклоп. Да. Пусти! Ну, блин. Опоздал. Где его включать? А, вот само. Так, вот и подходи ко мне. Чего так медленно ходит? Просто медленно ходит. Ну не знал, как медленно тут у меня. Так, надо ходит. Рассредоточиться. Так, момент, я пока проверю. Здесь сложного не будет. Тем более, что у нас четверо. Пока трое. Четверо. Пока трое. Четверо. Хели, пока трое. Хели, куда ты там? Теперь четверо. Начинать. Кого где мочить? А, из этого портала будет. Сейчас вот из вот этих ворот пойду. Только геймран, я бы на твоем месте где-нибудь в другом месте спрятался бы, а то так тебя расстреляют. Да здесь некому стрелять. Да, можно было вообще как-нибудь вот эти с одной стороны. Я так понял, кто возьмет сферу? У кого меньше сил здоровья. Блин, ну не... Не успел среагировать. Ёлки! На, геймран! Вот как в воду глядел. Наверх поднимайтесь. Только осторожно. Упасть да, можно и убиться. Ага. Окей, а тут оружие какое-нибудь... Нет, здесь хуже. Что-что? Здесь можно застрять. Оружие какое-нибудь есть? В смысле оружие? Дробовик. Что, не оружие? И где он? И да, ни в коем случае... Хотя нет. Знаешь что, прыгни Робби на голову. Не-н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 е-
пожалуйста. Что такое ушло? Не-не-не. Так, там сейчас ревенанты будут. Лучше не делай. Тебе дороже. Все равно конец уровня. Это конец уровня. Давай, Зэшн. Опни его под зад хотя бы. Ну, блин, ты скучный. Зато ты всех подрываешь. Так, что тут у нас? О, это карта уже больше. Чуть-чуть. Это новая карта. Тут даже дерево есть. Так. Давайте я первым пойду. Карт. Ауч. Пулемет. Что ты делаешь? В смысле, кому пулемет? Мне, конечно. У меня будет дробовик. Так, видимо, сейчас... Кому штурмовку? Блин! А, нет! Ёб! Так... Взять две руки? Я не понимаю. Overpowered. Вам Слушай. Совесть нужна? У меня патронов мало. Нет. Sorry. Слушай, а почему... Серьезно, почему я не могу взять сверху? Аптечку. Не сверху.
Давай, мою. Тут есть рядом. Забирай. Наверх сейчас поднимешься по лифту. Давай. Только на голову никому не прыгай. А что тогда бывает? Ты колбу. В лепешку. Куба. Так. Сферу или аптечки? Аптечки. Сферу. Там ничего уже нет. Вообще ничего нет. Ну ладно. Там ничего нету, Робби. Там все закончено. Красный ключ. У меня только красный ключ. Который вы уже взяли, поэтому мне он не нужен. Да я не брал. Кому сферу? Че ты мог робить? Я без дробовика уже хрен знает сколько времени. Я не могу переключиться на автомат. Я его запинал, ура! Ой, что сделал? Делки! Это карты такие. Чего так выжил, что я по статистике самый лучший. Меня подряд такие короткие уровни. А я второй. Я знаю, что делать! Блин, они... Обе. Но он немного тебя убил. С кем не бывает. Робби изнасилован импом. Как в сказке. Что за хрень? Это он меня съел. Он тебя изнасиловал. Нет, съел. Изнасиловал? Съел. Я из глаз инхилера все видел. А я из глаз своего духа видел все. Он тебя изнасиловал. О, друга. Вы что, все померли? Да, все умерли. Меня убил Робби, Робби убил имп. Что случилось с геймраном, никто не знает. Я неудачно подставился под Арчи. Круто. Так, окей. Прицеливался бы, что ли, а то разброс у винтовки какой-то чудовищный. Я заметил теперь. Да и отдача тоже ужасная. Вот прикольно. У тебя дробовик есть? Патроны кончились, не-а. Дробовик, не? А, есть вот тут. Есть вот дробовик у тебя, что ты гонишь? Сейчас будет жопа. Я нормально, да. Да, Арчи. Слушай, мне это напоминает уже Doom 4. Все совсем плохо. А, блядь! Да, макатек не поймет, идет. Мы еще не начали, уже мясо. Кывай. Кровь прикольно капает. Кывай, говорю, я первый. Там осторожнее. Извиняюсь. А так. Так. Осторожно, тремена. О, какой я придурок. А, ты уже автомат стрелял, понял. Ау. А тут прикольный. Так, где... О, гранат. Рыцарь, йо, отлично. Я все сделал. Кому так, аптечки? А теперь что, да. Ни одну. Так, кнопка, стоп, а кого я убил? Есть. Что? Кто? Кого я убил? Только что пропустил кнопку. Вот, какой? Твою мать, вы меня только что столкнули. А чё, геймран умер, что ли? Да. Меня добил, меня Арчи забил. Отлично. Именно забил, да? Мама. А что там? Ёлки, что меня убило? Пиздец. На тебя упал этот. Робби. Пейн элементаль. Меня Робби убил, по крайней мере, написал. А у меня выглядело так, как будто на тебя свалилась душа Пейн элементаля. Ну, меня что-то там сильно ранило, и Робби добил. Робби просто упал. Так, где красная дверь? Просто упал. Здесь было. Ох, ё-моё. А можно мне вывести с этой погребной ямы? Зачем? В центр вставай. Уверен, что хочешь. Нет.
центр вставай, там с краю будет лифт. Он уже выбрался. А, окей. Учись у батьки, пока жив. Пока ты жив. Да мы тут все батьки, чё. Ты ушел с портала? Ага. Лол. Зад. Твою мать. Самое обидное, что все оружие после такой смерти теряешь. А, им по яйцам как бить? Я не знаю, как. У них нет яиц. И сделали одно полами. Слушай, как тут можно пинать? Сержант писал, но как я не понял. Можно целиться прямо по яйцам вроде. А как целиться? Двустволка. Надо поставить. Отойди нахрен. Кому этот бэкпэк? Кто хочет? Я возьму. У меня просто боеприпасов вообще не было. Так сразу бы и сказал, ведь! Я сейчас сдохну, нахрен. Нормально. Пиво. Слава всему святому. У меня нет ни патронов, ни здоровья, ни хрена. Кулаки. Там сферы, куча патронов к дробовику, пара дробовиков падается. Да! Ага, и куча этих. И поймали элементарь. Ну вообще, зашибись. Просто зашибись. И 30 мод 2 мод. Ну, 30 мод. Нет, 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 нет! Какая бесславная смерть. Пошел ты нахер. 41 патрон к этому. А, осторожно, так. Вообще, ну, я еще жив. Окей, попытайся добить этого. Да не вопрос. Меня сейчас больше беспокоит, где тут аптечку найти. Нету аптечки. Отойду на момент. Вот за этой дверью что? За этой пока ничего нет. Вообще ничего? Ну, там будет коридор, ведущий к красной карточке. Да, Глотор написал, и ссылка на какой-то этот. Что? У меня здоровья очень мало. Мне нужна аптечка. У меня есть подозрение, что за стенками могут прятаться почки. Так, я вижу здесь блеск какой-то. Лучше, по-моему, не рисковать. Хорошо. Почему я не могу? Неважно, я сейчас немного. Ладно. Ща. Что я только что сделал? Так, сейчас скажу. Я же никого не убил, нет? Еще нет. Я убегаю отсюда! Сбежал. Вовремя? Вовремя. Да, рыцарь. Ну это фигня. Убил. Я его убил? Я его убил. Зачем? Не, я понимаю, но, блин, всего 5 хп было бы с него. Блять, какого хуя тут тормозит все? Что за красная дверь? Осторожно! Красная дверь? В смысле осторожно? Надо всех убить, какой осторожно. По-моему, уже почти кончились монстры. Там еще один. Да, один пинки. Еще двое вообще, помимо этого. Там может оказаться что-нибудь опасное. Так, а за красной дверью... за красной дверью выход. Ты не знаешь, что там за кнопкой? Не, лучше не жми, лучше не жми. Там может... Это может быть ловушка. Я просто состояние могу нажать. Так, за красной дверью просто выход. О, аптечка. А, Арчи. Блин. Только это этого не хватало. Пробегай мимо них. Пробегай мимо них там, где они. Куда? Ублюдки! Это плохо.
Нет! Боже, мы еще не начали, у меня уже все тормозит. Тормозит? Куда у меня 38, 36 патронов пропадет? А еще инхилер на месте стоит. Так, я жив. Как вы исхитрились? Победить! Блин, это талант. Жесть, как привычно. У нас талант такой. Как kill himself? Я же элементаля убил. Ну да, элементаль бомбанул. У элементаля бомбанул. Нас всех времена ты порешали. Фу таким быть. Ну, блядь. Реально фу. Да, блядь, другое оружие по-другому так, чтоб... Нормально. Уже кого-то порезал. Шар. Играем в Дюка Нюкема. Стоп. Вас как порешили? А что, все хуже? Моя инфа лучше. Так, окей. Монстры полезут отсюда. Там по прямой будет ревенант. Две штуки сейчас. Да я нет, рискну открыть. Ты стой сзади с винтовкой. Сзади это где? Где-нибудь здесь проходит, чтобы у тебя может была возможность отбежать. Чтобы у меня тоже. Сейчас может из шкафа полезет ревенант. Стоп, ревенант откуда? Я о чем говорю. Я не помню. Так. О, патронов до хрена. В смысле до хрена? У меня вообще ни хрена патронов нет. Вау. На фото ракетницу. Иди ты лучше. Окей. О, там бэкпак. Так, момент. Кому бэкпак? Тебе. Ладно. Я нажимаю кнопку. Ага. Охеренно. За... Ну, выживай, как говорится. Восков. Ах, все отлично. А жаль. Эй. Это нечестно. Была бы толпа, да? Сфера есть. Я знаю, что тут сфера. А еще знаю, что я это сделал! Ты согрел эти... Ну, блин, осторожно, я тут... Что? Это что было? Взрыв на макаронной фабрике. Элементали взрываются. Кто не в курсе? Да, а я знаю. Идет. Так. Я сейчас помню, маски. Но тут оружие как-то совершенно хрена себе. Это говно. Стоп. Стоп, Робби как-то всех порешил. Потому что всех нас порешали, поэтому Робби решил отомстить. У него это хорошо получается. Слушайте, а вы на мою гранату прыгнули, что ли? Блин, что? Мы про гранату забыли. Ревенант убил. Уже так, пуск... ревенанты. А! Охеренное оружие! Да твою ж! Ваш... Он тебя сейчас убьет. Ай! Что за хрень Connection Interrupt? Ёп! В первом углу. Ну, почти.
А какого хрена они открутились? Разве не при взятии сфера они открываются? Кишки. Мясо комбинат. Кому еще кишок? О, граната. Блять, почему меня какая-то хрень? Да-да-да, тебя череп убил, все верно. Так, стоп, Робби, а как, почему-то отсоединился. Я старую штурмовку надо? Потому что у меня что-то не то, что... Так, сейчас, где оно 70 патронов тебе? Здесь почему-то парное оружие не выбирается. Ладно. А, наверное, патронов мало. Ну что, кто открывает дверь? Давай я, у меня вроде с патронами нормально. На винтовку. Вернее, на эту двухстволку. И иду. Только не стреляй, пожалуйста. И я сейчас сдохну. Имеешь в виду не по тебе стрелять? Ага. Че, мой бэкпак? Или твой? Давай твой, у меня больше патронов. Ладно, плешься где-нибудь. Да я еще. Да еще и я. Что? Помру нахрен. Так, ты соображай, где спрятаться. А, есть явно. В принципе, я могу побегать, но у меня патронов ни хрена нет. В чем беда? Короче, нам не спрятаться. Надо было. Будем стоять насмерть. Ага. А, я хватаю. На три. Это и получится. О, у тебя ни хрена себе гранат. Ну да. 11 штук. У меня всего одна. Ладно. Забросай. Стоп. Все гранатами. 5, 4. Главное, меня не закидай гранатами. Не, на я три. Их кидать не буду, а то точно тебя. Ну, запускай я. На 3. Три. Да, блин. Не успел. Че, убили? Он же меня... Прямо с боку. Блин, я ничего... Так, я попробую повыживать. Я от Лотера прочитаю. Я выжил. Пока что. Дробовик. О, дробовик. Это уже по мне. А, кстати, это... Брю, не заб... Может, гранату кинешь вот там, вот, где ревенанты будет, или менталь боли? Так, они где конкретно побегут? Вот здесь? Где две? Смотри. Вот, а вот это вот, две полки, на которые ты смотришь, да. Ага, хорошо. Значит, закину туда гранату. Успех! Там уже пусто? Элементаль более остальная. Это херня. Только не вблизи. А прикольно, Лотер это не играл в Doom 3. Да чтоб тебе зараза. Лотер в Doom 3 не играл. А. Что там еще говорит? Так, за да, дверью у нас пока что пусто. Я напоминаю про бочки вскрытые. Да. Надо успеть убежать. Где? Так, красный ключ у меня теперь есть. Пинки. 5 штук. У меня гранаты есть? 5 штук. Выглядит оно круче, чем действует? Я бы не сказал. Ну, по-моему, еще с адреналином тоже. Оно мне, знаешь, как обычный стандартный sci-fi шутер. В основном.
Ну там кроме стволов и ну ты понял. Один вообще не среагировал, пинки, а спасибо. Выглядит плазма. Он всегда такой мучает. Ага, чистая кровь. Только в третьем гораздо круче все-таки. Теперь, когда будешь, да, вот, когда откроешь вот дверь с красным и включишь кнопку, ты отвлекай Арчи так, чтобы ты мог мимо них пробежать и сразу на выход. Осмолнулые. Так, где они должны появиться? Они появятся, вот, опустятся вот эти полки, на которые ты смотришь. И их будет... Ну, блин, знаешь? Кстати, если у тебя есть гранаты, можешь попробовать гранатами их закидать еще. Еще раз. Я не кидал гранаты. Знаешь, введу последних этих, как его. Победа. Нее. Последних чего? А где кнопка? А просто прыгай. Ввиду того, что вышел Brutal Doom 2, я самый крутой. Я бы не сказал, что это плазма унылая. Если из двух тут стрелять. Вот это мне сегодня. Слушайте. Да, чего за девушка привычка спаунится на мне? Я теряю все оружие. Кстати, Рой... А, да, успел. Так, ну эти черепа ясно. Робби, кто бы не шел? Нет. А прикольно, у дробовика что-то трясется. Жаль, не при движении. Яйца. Яйца. Сука, блядь, пустите. Меня зажали. Так нечестно. Ты сегодня вообще дохнул. Но я и еще это не опять испортил свое сворачивание. Ясно. Ай-яй-яй, он сюда лезет. А хотя что я порвусь? Бей его. По яйцам. Блин. Сзади. Готово. Лена, я скоро загнусь нафиг. Так, окей. О, аптечка. У меня патроны на дробовик. У тебя есть дробовик, Михель? Ага. Ну, много патронов. 46. Ну, что я хватаю. О, винтовка. У тебя патроны в винтовку есть? У меня достаточно патронов. 60. Отдай. А, стоп, нет. Надо было геймрану оставить. О, пинки. Пинки. Винки, винки. Можно простреливать через решетки, но... Через эту нельзя. О, они среагировали. Сатны! Они дергаются, сатны! Так, окей, я беру синий ключ. Готовы? Ага. Арч! Где? Удачи. Блин, надо было крену. Так, гранаты... А, нет. Ах, да, тут же еще настройки все, есть. Так, где это? А, вот, нет. Ёп! Блин. Так, хватай броню, Инхеля. Вы представляете, там комната за синей дверью, это что-то похожее на туалет. Это хочу видеть. Будем смываться. О, ракеты. Блин, я так никого не убью. Где туалет? Ну, вот эта комната похожа на туалет, по-моему. Ага, и поставлена свечка за упокой. Так, момент, я отойду на секунду. Кнопку можно нажать? Она может оказаться с последствиями. Последствия это то, что мы начали играть. А, это комната. Сейчас упокой. Ты хочешь упокой нарушить? Baby, I'm burning out of control!
I hurt you plenty. Отмороз. Да ладно, на отморозке. Нормальные люди. Я думаю, это возможно. Правда, по-моему, зря сержант понерфил ряд монстров и наоборот усилил. А слушайте, а кто такой Quaker 540? Я склоняюсь к предположению, что это просто один из любителей Дума, который может компилить Адуна. Компилить ваду. Потому что мне кажется, это... есть сам сержант, потому что когда он писал там этом как его мод ДБ, там пометка была, что это автор. Да, смотри, я никого да? не заблокировал. Ну, ты слышишь, Ой, привет, Энхелли. Чё, куда бежим? Так, не знаю. А я уже знаю, куда бежим. Вы не знаете? И он как раз преграждает выход. Слушай, Геймран, что я тебе рассказывал? Будет так? Будет. Вообще понимаешь, что мы натворили? Блин. Там мастер-майн был. И вырос... Видели, и выросла рука. Ну так и знал, что заблокирую выход. Но блин, тут непривычно есть заходы. Да вот и ёп. Я бы ему бошку снял. Там на одного человека проход. Да, ну, короче, вы раздыхайтесь. Я ему толпу прыгнул. Что я этим хотел? А что там за вечеринка? Берсер? Так, момент, я пройду. Берсеркер? Чувак, ты крут. О, у меня неплохо с жизнями. А где патрончики? По-моему, они кончились. Только не прошли, просят. А, блин! Где это чудо? Тут есть, как кто-то... Черепаха какая-то. Почему я такая пушка? О, прикольно. Можно я их поубиваю, а? Кого? Манкубус! Лучше это. Блин. Есть, готов. Так, подай бы. Да. Да. Дрю, у меня есть предложение. Да. Как-нибудь так спрятаться от Мастер Майнд, чтобы потом, когда Энхелли... Я ему рога оторвал. И все. Когда Хеллер будет отвлекать мастермайнда, ты пробежишь мимо мастермайнда и прям на выход прыгнешь. Пакетница. Отвлекать мастермайнда. О, я знаю, что я сделаю. А гранаты как кидаются? Либо быстрой клавишей, либо... Не, в смысле, если зажать. Похуй. Кнопку... Ладно, считай, короче, поехали. На 3. 5, 4, 3. Кстати, тут гранаты взорвал. Гранаты лежат. Вы пинки сагрили, а блин, да? Он пробежал. Пинки мне оставь. Ах, да, точно. Если мне здоровье наберу себе. Ёп! Блин, вот такая сейчас хорошая возможность была пробежать. Мастермайнд, похоже, застрял там где-то. Ну да. Сейчас проверю. Ее! Ага, застрял. Бегай. Вот это плохо.
я разница. Где он там, кстати? Ой, ё-моё. Прямо перед вами. А, я знаю, что сделать. По-моему, плохая идея, тебе нет этого. Да, у тебя как с патронами. Давай попробуем между ног пробежаться. А можно? Можно. Не, он слишком хаотично двигается. Ну вообще-то можно. Я сейчас уже попробую пробежать. Я пошутил, не надо бежать. Просто говорю, что можно прибежать, не говорю, что надо. Сейчас. Какой смысл, если уже патрон закончился? Скажите мне, когда он достаточно далеко отойдет, чтобы у меня было место для маневра. Ты будешь между ног. По-моему, он постоянно будет ходить около входа. Угу. Да ладно, прощаемся, патроны. С вами было весело. А то и пришел. Твою мать. Есть, забыли. Да. Кстати, у меня патронов дробовику, но жизней почти ни хрена я набиваю. Да, мы сейчас, подожди. Все, сейчас все убрем. Все, если выживем. Ну давай, если нет. Идем. Мон. Снешь? Я первый. Упс. Как ты? Лёх! Что за пресса? Ауч! А что называется? То есть санули. Да в меня-то за что? Я думал, ты враг. Ты такой чёрный. Ты хочу? Ну да. Расист. Блин, да это жопа. Где жопа? Дайте мне. А я чё-то не... Это... Не та жопа, о которой ты подумал. Дайте мне жопу. Упс. Где жопа? Я говорю, это не та жопа, о которой спустите ты подумал. Спустите меня, я хочу жопу. Осторожно, за дверью арки. Это арка, да? Yeah. Нахрен арка. Арка только за вот другой. О, у меня меньше всего жизни. Арка. А, ёбан. А, вот он. Это вот арчи. Кто-нибудь. Фу. Как раз у автора это... явно идиотская болезнь какая-то. Он любит арчи. Он слишком сразу. А мы всех уже убили. Остался один секрет и все. Не, это есть, это еще не болезнь. Я тебе так скажу. Короче, если мы сейчас не найдем секрет, то просто жмем выход и все. А где секрет? Откуда я знаю? Он здесь один единственный. Не, я ебал его. О, я застрял. Я слышал где-то секрет. Это не секрет, это чтобы это вылезти. Ты? Это ты? Блюдок. Имперский. Отойди. У меня ноги. А я мне чешу. У меня ноги чешутся. Как тебе нравится? Так, тут где-то должен. Не падай на меня, нет, отойди. 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 Нет. Вообще, у меня есть подозрение, что он где-то в той стороне. Ну, потому что по карте смотрю, там есть полоска. Если он где-то тут и есть, то, наверное, мы его уже пропустили. Ну и насрать. Выход. Момент. I hurt you plenty. I got a handful of vertebrae and a head full of rat anyway. Ха-ха! Ну, видимо, я умею перекаты. Блять, а в десматче прикольно это выглядит. Когда ходит в команде. Кстати, во время спауна можно сразу же перекат просто сделать, и тогда никто не умрет. Ну, если только карта этого не подразумевает, чтобы мы не умерли сразу же с переката. Ну, блять, это вообще карта не подразумевает ход. Откуда ты знаешь? Блин. Потому что один респаун. Один спаун есть. Логично, да?
говна кусок. Ублюдок, мать твою. Что вы там творите? Мы всех убиваем, а что? Без меня? Да. А у меня все равно патронов нет. А меня спроси. Йо! Ауч! Ты мазила. Ты меня пнул. Отводи! Ай, меня сожгли. Окей, кто меня заблокировал? Сука, я там. А, блядь! Чё ты ноешь? Там еще им в той же решетке. В целом все чистенько и аккуратненько, только до ключика добежать. Он сразу же слева. Так, сейчас смотрим, что за красная дверь. Только покажи мне красную дверь, блин. Вот красная дверь, сейчас скажу. Тут берсерк. Снизу арчи. Кидай. Ты его еле задел. Так, в общем. Здесь нужно бросать берсерк. Тут надо брать берсерк и сразу же его избивать. Эй, 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 кулаками. У меня почему-то вместо берсерка автомат включился. Тебе вообще ничего нельзя доверять. Где он? А я так прикольно звучит, да, мне... Не блокируйте меня, а то тут... Ого! Что? А, нет, 96. Давай я вперед. Нет, ты и есть демоны. Ой-ё! Ну, оперный театр. Так, чё, где оно? Там, там. Блин. Иди, он... Блин, его убить можно было. Окей, ты был на моём пути. А вы где? Да вон тут аптечка, бери. А где путь? О, где его? Слушай, ты меня не сидишь, так не так. Я кнопку. Блин. А чё ты ему в лицо? Что случилось? Я умер. Я умер. Я умер. Да. Мы настолько дружные, что умерли вместе. Небось, еще по одной и той же причине. Меня разбил импа, да? Меня сжег имп. Так. Если, а, да. Если будут двое человек, выживут. Ключ слева вообще-то. Инхилер слева от тебя ключ был. Ну да. На вот там он. Ага, до него только добираться. Добежишь. Так. Добежишь, я добегал. Мы добегали всей толпой, ты один, блин, ссышь. Как школьница. Он тем более рубит, блокирует путь. Ты вообще выбежал, взял ключ и обратно побежал. Робби, ты прекрасен. Инхилер, тебе туда больше не надо. Назад возвращайся. Инхилер тут. Ты взял ключ. Ну да. Ну возвращайся. Возвращайся назад. Все, тебе больше здесь нечего делать. Просто я хотел пройти как-то, инхилер там как-то странно. Здесь вот красная дверь. Я не понял, куда я побежал. Так, аккуратно, берсерк бедешь и сразу же этого мочишь, Арчи.
Быстро, давай! Все! Сзади! Господи! Мне надо брать берсерк. Я походу единственный, кто умеет берсерком пользоваться. Я... Единственный. Ой, да... Единственный. Ой, да ладно, единственный. Единственный, ты можешь. Не работают перекаты. У меня работает. У меня нет. А Робби сейчас убьют. Нет. Да. Перекатку, прийти. Во всяком случае, его пытаются убить. Это иди нахрен. Нет. Да. Нет. Что, с батькой будешь спорить? Да. Нет. Ой. Блин! Блин. От черта. Извини. Простите. Ты кнопку забыл нажать. А, ё. Есть, есть кнопка. Я говорил, что Руби убьют. И никто не дожил до берсерка. В смысле? Ну, в смысле... Я его сейчас возьму. И ты нормально с ним будешь? А то как же. Давай. Блин, да, ну почти, конечно, кинь ему гранату. Нормально. Он вообще, походу, на боль не реагирует. Я его даже пнул больно по яйцам. Он же должен был сдохнуть. Тут надо на скорость. На скорость. Я и так его на скорость бил. Он вообще не реагировал на боль. Знаешь, если правильно в прыжке бить ногой, тогда можно успеть до того, как... Я не люблю в думе прыгать. Как бы это удивительно не звучало. В прыжке ногой врезать. Это урон больше будет. Я и говорю то, что я не привык. Хорошо. Просто так тебе шансов больше. Ой, все. Ни хрена. Че там? Блин, ты там тоже. Отойди. Что-то знакомое. Он знак. Да? Хватай быстрее. Вон там сверху будет. А, вижу. Так что кто-то из нас станет берсерком. Ага, это будет. Благодаря мне. Это ты его так, выбрал? Робби, инхейлер, кто-нибудь берите аптечку. Я за берсеркером. Это не тот берсерк. Не пофиг. Русловка. Блять. В стене. Вон она. Подождите. Подождите. У меня жизни... А, здесь я не ключ использовать надо. Твою мать! Что там? Хватит! Не, ну, слышь! Робби, блядь! Извини! Зато мега хилса! Зато мега хилса! Так, не киллер, блядь. Робби, где ты взял мега хилса? Готовимся, сейчас народ может вылезти. Ага, сворачиваем всем со спины шеи. Я одного себе пометил. Инхейлер, ты где? А? Окей, сейчас. Потому что тебе не так жалко. Возьмут и убьют. Пока что Робби сам бедрится и убивает. Ну это пока вот. Что. Вырвал позвоночник и нанту, еще позвоночник и
остановил голову. О, инхелер, у тебя есть еще один символ. Бери скорее. Пока Робин не споткнулся об него. Все, чисто там. Иди, забирай. Ой, чисто, хили, хватай забери, уже знак. Печать забери демоническую, чтобы берсерка. Знак бери, давай. Я ни хрена не слышу. Ты глухой, что ли? Музыку сбавь. Музыку перечел. Нажимать. А, редки. Красный ключ надо. Нажимайте все три кнопки разом. А вот с чего и произойдет. Опять вы опять в бочке. Меня ебать.